честь Дня Учителя в Химках поздравили работников образования. К некоторым педагогам приходили, чтобы поздравить лично. Так, начальник территориального управления микрорайона Левобережный Наталья Мишина посетила 29-ю школу, чтобы вручить букет и сказать теплые слова преподавателю в четвертом поколении Наталье Федорченко. От территориального управления, от себя лично, разрешите поздравить вас с этим замечательным днем, с Днем Учителя. Пожелать вам здоровья, поблагодарить вас за ваш многолетний труд. Мы знаем, что вы уже 26 лет радуете учеников, дарите им знания. Наталья Федорченко – музыкальный педагог в школе номер 29, одной из крупнейших в Подмосковье. Вопросов с выбором профессии не было изначально. Первым учителем семейной династии стал прадед Натальи, а когда уходил на войну, то попросил, чтобы старшая дочь тоже стала учителем. В итоге эту профессию получили все его шестеро детей. Накопленный поколениями опыт помогает Наталье Владимировне на преподавательском поприще. Говорит, главное в работе – это заинтересовать детей своим предметом. И мы одна большая семья. Опыт, конечно, это несказанный, потому что дети всегда приходили к маме не только как к учителю в гости, но и как к себе домой. В принципе, что переняла и я. У меня бывшие мои выпускники, любимые гости у нас дома. После того, как все теплые слова были сказаны, учительница, пользуясь случаем, тоже поздравила коллег с профессиональным праздником. Естественно, музыкально. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтоб ваши дети вас радовали.